Накануне в ДТП под Сургутом погиб человек. Авария произошла вечером на 20-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск. 54-летний водитель Mitsubishi Outlander по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Урал». В результате аварии водитель внедорожника погиб на месте происшествия. За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 10 аварий, в которых один человек скончался и 13 получили травмы различной степени тяжести. За 9 месяцев текущего года в Сургутском районе зарегистрировано более 170 аварий, в которых погибли 37 человек. Ранения различной степени тяжести получили 225 участников дорожного движения. Подразделению удалось добиться снижения по смертности в ДТП. В этом году жертв стало меньше на 20%. В то же время увеличиваются показатели по аварийности и травматизму. Растет печальная статистика и по происшествиям на дороге с участием детей. 15 таких ДТП, один ребенок погиб, 14 получили повреждения. Так же самое, значит, проводится у нас работа профилактическая в данном направлении на постоянной основе ежедневно. Наряд дорожно-патрульной службы, значит, обращает особое внимание. В первую очередь, конечно, на правила перевозки детей в транспортные средства, а также и за поведением самих ребят на проезжей части.